Середина лета – это не только урожай овощей и фруктов. Полосатые труженицы тоже времени зря не теряют. Начиная с мая, они жужжат над полевыми цветами, чтобы принести в улей ароматный нектар, который превращается в золотистый текучий мед. Пчелиный мед, кроме как чудом света, никак не назовешь. Янтарное лакомство может заменить дома целую аптеку. Белая акация, боярышниковый, цветочный, майский, дониковый и каштановый. На выставке меда сандалов более 20 видов сладкого лакомства. Также в наличии полный ассортимент прошлого года. Покупка на ярмарке сандалов – это не только польза, но и выгода. При покупке килограмма меда второй вы забираете со скидкой в 50%, а при покупке 2 килограмма – третий в подарок. А 3 килограмма свежего цветочного меда стоит всего 990 рублей. Ярмарка меда от компании «Сандалов» гостит в Березняках с 23 по 27 июля. Также 23 числа приедет в Александровск, 24 в Кизил. С 25 по 27 июля гости из Кирова порадуют свежим медом жителей Соликамска. Елена Силакова, новости, Верхнекамье.